Здравствуйте. Добро пожаловать в мир вина. Меня зовут Хуан Хесус Вальделана. Я представляю пятивековую винодельню в Риохе. Мы будем пробовать вино под названием Вальделана Селекцион. Крианза. Вино с трехлетней выдержкой, из которых 18 месяцев. Вино выдерживалось в бочке из американского и французского дуба. И еще дополнительно вино выдерживалось 18 месяцев в бутылке. Цвет вина красно-вишневый. Яркий аромат. Это взрыв вкуса молочно-сладких ароматов. Танины очень мягкие. На вкус вино хорошо сбалансировано, все на месте, как совершенная гармония, идеальная мелодия. Вкус длительный, упорный, с оттенками ванили и корицы. Вино может сочетаться с любыми видами рыб, а также мясом, особенно жареным. Рекомендуем употреблять при 13-15 градусах. Это наслаждение и удовольствие.